Что, не узнали меня? Меня сейчас никто не узнает. Трезвый я. Потому и неузнаваемый. Что, не пью? Клещ меня укусил цефалитный. Врач укол поставил, сказал, год не пить. Значит, хуже кузнечика завернуть может, не дай бог. 3 дня мне жить осталось трезво. Через 3 дня муки мои адовы закончатся. Хожу по деревне, сейчас как бельмо в глазу, от всех перегаром пахнет, от меня одеколоном несет, как от Диора, аж противно. Мужики у нас звери, вы знаете. Как узнали, что мне пить нельзя, так все выпить зову, кто и раньше не звал. Бабы тебе просто самогоны погнать, знаю, что ни капли не кровно. А я литр выгоню на 3 килограмма, похудею от переживания. Тот и ж его выпьет. К врачу каждый день хожу, прошу разрешения выпить. Он знаете, что сказал? Вот только кефир. А вы знаете, сколько надо в этого кефиру выжать, чтобы хоть чуть-чуть забалдеть? 40 литров я его высосал у брата на молокозаводе, а счастье было, как от стакана пива. Зачем его выпускают, пока заводы целые работали? А я же на беду возле магазина живу. Продавщица наша Вера Ильинична, как всегда, зовет водку с вином разгрузить же. Раньше как я на разгрузку шел? Ну шо вы? Штаны растягивались. Трусы лопались напополам, так шагал. Это как на каторгу бреду. Ящики передвигаю, бутылки звенят, как дети кричат. Мясо от ребер остает. Один раз пьяный грузчик пол-литровку выронил. Она до земли еще не долетела, я сознание потерял на неделю. Бутылку не спасли, конечно. Водку ребята, слава богу, с земли высосали. Она после работы говорит, ну что, Никифор, как будете зарплату брать? Алкогольная продукция или деньгами? И лыбится, как запорожец после аварии. Я деньгами беру погаными, а само слезы такие по 150 грамм каждый. Я, правда, по трезвому для себя много нового открыл. Знал, почему салат называется селедка под шубой. Раньше до селедки же не доедал. Так, сверху ковырну носом и сплю там. Все было по-человечески. Вы не поверите, у меня в серванте стаканы стоят, граненые по пояс в пыли. Ты добавь. Все, отопью, скоро заживу по-человечески. На рыбалку хоть нормально схожу. Часто я как хожу на рыбалку? Хоть стой, хоть падай. Как дурак хожу, с удочкой, наживкой. Один там идиот такой. Я поплавок настраиваю, они наливают. Я крючок привязываю, они наливают. По стаканам бур-бур. Аж эхо на всю речку. А я плачу-то рыбачу. Раньше-то как ходил на рыбалку? Ну шо вы? Хе, без удочки. Пришли, помню, поставили на огонь уху из свиной тушенки. Сидим, выпиваем, варим, помешиваем уху. Вот, огонь только забыли развести. Да и тушенку забыли открыть. Так варили, прямо в банке. А так мы ее сырую и сожрали, помню, туда. И огурцы, и картошку. Землей прям тут же на грядке. До речки не дошли тогда. Все было по-человечески. На пьяных, знаете, смотреть не могу. Они, как назло, прут отовсюду, как зомби. Вчера Анусик с Лёшиком шли. По 30 лет пацанам, и выглядят старше пирамид. Счастливые, в один пиджак оба одеты. На спине застегнуты. Носки поверх туфлей. Ну, все по-человеку. Я последний день своего сухого закона на крыльце магазина ждать буду. Что время теряет? Вы случайно не знаете, водку только ртом пить можно? Жалко, что только ртом. Я бы ее и носом был. Что-то шея чешется у меня. Ну-ка, гляньте, что там такое.
Чего, клещ сидит? Не надо ля-ля так шутить, клещ. Комар долбанул или собаку укусил, только дело. Клещ, ладно. Все нормально у меня, 3 дня мне осталось. Докопались тоже, родинку от клеща отличить не могут. Придумать. Спасибо.